Алексей Князев, Верник, Абдул-Азиз Машрапов. Интересно, давайте пожелаем удачи нашим спортсменам, поддержим их бурными аплодисментами. Итак, первый раунд. Опа, 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 поехали! При получении травмы одного из участников поединка ему оказывается медицинская помощь, но не более 3 минут. Если спортсмен не может продолжать бой, ему засчитывается поражение. Его сопернику – победа. Ждем решения медкомиссии. Ввиду невозможности продолжения поединка, технический нокаут. Победа присуждается Алексею Князеву, Усолье-Сибирское.